77-летнего Александра Филипенко выписали из столичной больницы, куда он попал в начале августа. Он рассказал, что на его срочной госпитализации настоял Андрей Кончаловский и, похоже, сделал это не зря. Артист сдал положительный результат теста на ковид в конце июля. После этого он перестал ходить на работу и занялся самолечением. Когда состояние Филипенко ухудшилось, на связь с ним вышел Кончаловский, который буквально заставил своего приятеля обратиться за медицинской помощью. Он же прямо выпихнул меня в больницу. Прямо ночью. Заставил уехать туда в 10 вечера. А уже в 12:30 мне там ставили капельницу. Рассказал Филипенко. Первые несколько дней актер провел в больнице, лежа в проводах и под капельницами, но дальше в его лечении наметился хороший прогресс. Сейчас Александр Георгиевич уже дома, продолжает восстанавливаться под присмотром своих родных. Вернуться на сцену он планирует сразу же, как врачи дадут ему разрешение. Сам Филипенко уже рвется в бой и говорит, что готов к репетициям. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!